И снова всем привет. Еще одна посылка от Spinning Line. На этот раз я решил заказать плетеночку. Прислали ее упакованной в пакетик. Сейчас мы ее откроем. Коробочка. Коробочка заматана. Ну, упаковка, как обычно, с пакетиками. Плетенка Sunline, Сиглон, четырехжильная. Хорошая бюджетная плетенка. Разных расцветок. Темно-зеленые и светло-зеленые. Ну, светло-зеленые для того, чтобы отчетливее проводочку наблюдать. Ну а темно-зеленая по замусоленному хищнику, запрессованному, так сказать. Взял ее в нескольких размоточках, вернее даже в номера. Самую минимальную, ну, буду пробовать по главлю. Потому что как бы у меня была уже 0,8, но была восьмижилочка. Восьмижилочка немного отстреливает, немного она боится абразива речного. И не только. Ну, было много проблем, связанных с обрывом и отстрелом приманок. Вот решил попробовать четырехжильную плетеночку. Ну, 1,2 попробую осенью по щуке, 0,6, как повторюсь уже, буду пробовать по главлю, но 0,8 будем пробовать твичить окуня, твичить небольшую щуку на водоемах, на озерах, будем, так сказать, тренировать навык, будем его закреплять. Вот такой вот обзорчик. Лесочка там недорогая вышла, и на данный момент там была какая-то акция, но акция меня не заинтересовала на этом магазине. Вот раз я брал целенаправленно именно плетенку. Вот. Ну, всем спасибо. Всем до новых встреч.